И всем привет, ребята, и сегодня мы играем в игру под названием «Растения против зомби». Так, ребята, ну что, она уже загрузилась. И мы начинаем проходить последний уровень в третьей волне. Стрёмно. А, это вот такая здесь, типа, наем дом, да, тебе предметы дают? А, ты одной игрой хостел. Это сильно. Ладно. А? Это на самом деле сильно. Очень сильно. Они шутят? Зачем они мне такой сильный дают? Они мне дают просто что-то бомбическое. Я не понимаю, что? Что? Не, они шутят, мне кажется. Ребята, это просто жесть. Жесть, вы понимаете, что за жесть? Это как вообще? Здесь типа вот, все, здесь никто не нужен. Все, здесь уже убивают. Я, ребят, просто не понимаю, что это за яонт. Вообще не понимаю, что мне выпадает. О, еще можно здесь под огонь, да, поставить? Вообще идеально. Я тупо этих подожгу. Все, я выиграл. Все, у них нет шансов. Тупо шансов ноль. Я не знаю, кто меня может выиграть в этой вот катке. Когда мне выпадают тройные грехострелы. Тройные. Простите, еще раз. Тройные. Тройные. Это просто офигао. Да, боже мой. Выживем. Да вы хоть одного меня победите. Да вы хоть одного растения убейте. А не убьете. А конечно, потому что вы не сможете. Потому что у вас нет шанса. Потому что все, вы подохли. Это потому что невозможно меня выиграть. Просто вот у меня кипит тупо сразу же. Уже даже иногда огненные летят. Тачки спокойно тупо выношу. Тупо вот вынес. Спокойно. Это жесть, ребята. Это тупо жесть. Ну, я не понимаю, они тупо поменяют меня? Да, ну еще посмотрим, я еще поставлю.
Бог ты мой. Это жесть. Все, он уже помялся. Тупо только вышел, помялся. Все, помялся, потому что... Какая суперволна, ребят! Я ее с легкостью увидела. Против любой суперволны. Да хоть тысячи эти суперволны поставь. Я их с легкостью увидела. С легкостью. Пьёс-то! На изи бракет. Я не шучу, у меня уже этих... Да я имею их тупо всяких спецов. Да хоть писите китов своих. Ставьте, ребята, вы чё? Я всех изнесу тупо в этой катке. Ну, видите, у меня аж все уже забагано. Все забагано. Тупо от мощи. Вот видите, тупо стреляет, застреляет. Стреляет, да стреляет. Вообще не понимаю. Что это за катка такая? Эта катка тупо... Катка, я эту катку назову вместе. Только вышла машина, все, машина умела. Идеально. Идеально. Идеально не бывает. Даже огненные еще и уже у нас много. Чего нашего одного наехали? Сейчас восстановим кабачков, нахуй. Обязательно. Вот, все. Все. А, нет, это вот последняя суперволна. Иди, иди, мне пофиг. Ну, ребят, посмотрите на мою айду. Не тупой. Вот кто? Ну вот кто на меня осмелит? Вот я кайтушку поставлю. Вот смотрите. Тупо как головы падают всякие. Этих зомбоей тупые. Он за мной любви. Милаха. Ну, это было классное видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.